Я по происхождении серб из Боснии. Город Зеница, это центральная Босния. Там все мои предки жили, семья, родня. И через всю нашу историю мы сражались, чтобы выжить там. Янко Алексич, полковник в отставке. Офицер зенитно-ракетных войск ПВО Союзной Республики Югославия. В Россию приезжает в четвертый раз, но в Музее Победы на Поклонной горе впервые. Главной целью была Москва, столица Советского Союза, куда и мы с вами отправляемся. Экспозиция «Битва за Москву. Первая победа» занимает 1200 квадратных метров и состоит из 9 тематических разделов. Все декорации созданы с удивительной исторической достоверностью. А с помощью современных интерактивных технологий посетителей знакомят с предвоенной Москвой и героической обороной города в 41-м. Символ войны, как его называют. 6 миллионов штук было произведено за год. И для России, и для Сербии Вторая мировая – это трагическая история. Разрушенные города, миллионы убитых. Советский народ тогда подвергся геноциду со стороны гитлеровской Германии. Страшные годы пережили и сербы на Балканах. Один из дедовых братьев погиб на партизанах 43-го года. Два брата в концлагере в Ясеновац. Там же, в Музее Победы, Янко Алексич посетил первый всероссийский школьный исторический форум «Сила в правде». Участие в нем приняли сотни ребят, более чем из 30 регионов страны. Что такое правда? Правда – это то, что было на самом деле. Если мы вспоминаем далекое прошлое, то узнать, что было на самом деле, живых свидетелей-то не осталось уже, нам может помочь только наука. А если мы посмотрим на то, что происходит сейчас, мы поймем, что мы являемся свидетелями, на самом деле участниками, самыми непосредственными участниками очень крупных исторических событий, которые дальше наука будет изучать. Наука – это правда, а сила в правде. Из Музея Победы сербский офицер отправился в Российский государственный гуманитарный университет на встречу со студентами. Собравшимся он поведал о своей длинной военной карьере. Как был участником двух войн в начале 90-х в Боснии и Герцеговине, а затем в 99-м в Белграде, когда сражался против сил НАТО. Я был в составе 250-й зенитно-ракетной бригады ПВО, защищавшей Белград. 24 марта 1999 года генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана отдал приказ командующему силами НАТО в Европе американскому генералу Уэсли Кларку начать военную операцию против Югославии. Вечером того же дня Белград, Приштина и другие города страны подверглись ударам с воздуха. На третий день военной операции Янко Алексич, отвечавший тогда за 3-й дивизион ПВО, лично приказал открыть огонь по вражеской цели, обнаруженной в небе. Мы не знали, кем являлся сбитый самолет. Узнали только тогда, когда по телевидению объявили, что была сбита года с американской авиации невидимый F-117A. Так что анекдот, что мы не знали, что он невидим, оказывается правдой. Этот случай вошел в историю как единственная боевая потеря бомбардировщиков данного типа. На встрече со студентами полковник показал обломок сбитого F-117. Это сотый из крыла самолета. Это карбоновый сотый. Полковник также представил книгу «Падение ночного ястреба», в которой изложены в том числе подробности того боя. Говорили собравшиеся и о современной ситуации в мире, в частности, проводя очевидные параллели с Украиной. Под руководством Уильяма Уокера албанские террористы переодевают убитых террористов в гражданскую одежду и тащат их всех в одно место в центр села. Они приглашают западных журналистов, чтобы все это заснять. И таким образом происходит постановочное дело «Резня в Рачаке». Тот фейк и послужил поводом для начала бомбардировки Сербии. Все фейки, которые мы наблюдаем сегодня, были сконструированы и разработаны на войнах на Балканах, и нам они хорошо знакомы. Фейк «Резня в Буче» является ремейком фейка «Резня в Рачаке».
Но несмотря на многочисленные фейки, сербы с первого дня проведения военной операции выразили свою солидарность с Россией. В Белграде и других городах регулярно проходят демонстрации с российскими флагами. Такая же реакция была и 23 года назад, когда в России резко осуждали военную операцию в Сербии. Выступление Янка Алексича было очень глубоким, внутренне эмоциональным, выверенным. Это передается студентам, молодежи. Передается, они чувствуют искренность, они чувствуют, что это все натуральное, настоящее, чего сегодня очень-очень не хватает в нашем общении, ну, например, с нашими зарубежными коллегами из других стран. Вечером первого дня полковник посетил выставку «НАТО. Хроника жестокости» в Музее современной истории России. Документы, обмундирование, техника и оружие, свидетельства военных конфликтов, которые спровоцировал Североатлантический альянс с момента создания и до наших дней. Это полевые радиостанции и станции радиоперехвата, тоже американского и английского производства. На следующий день Янка Алексич отправился в главный храм вооруженных сил. Это духовный символ России, прославляющий величайшую победу жизни над смертью. Строительство завершилось 9 мая 2020 года, в день 75-летней годовщины Великой Победы. Строился храм на народные пожертвования. Выполнен храм из стекла и металла. Купол спроектирован в форме шлема святого князя Александра Невского. Хочу поблагодарить моих друзей из Российского исторического общества, которые пригласили меня в Москву и вместе вновь оживили память о событиях нашей истории. Я понял, что мой приезд был очень важен. Меня встретили как настоящего друга и брата, что еще раз доказывает, что сербы и русские – братские народы. Там же, в центре «Патриот», состоялась международная научно-практическая конференция по военно-мемориальной деятельности «Память сильнее оружия». Наша тысячелетняя история объединена сквозным сюжетом противостояния давлению извне, проникнута идеей защиты национального суверенитета. Согласно примерным подсчетам историков, с 15 века российское государство находилось в состоянии войны не менее 489 лет. Иными словами, вражеские нашествия случались практически каждый год. Поэтому отечественная история способна дать богатейший материал для изучения уроков, подсказать принципы, подходы и механизмы, которыми Россия издревле прокладывала себе путь в будущее. Завершился визит Янка Алексича посещением храма Христа Спасителя, где он помолился за мир. Вся новейшая совместная история сербского и русского народов связана. Мы, сербские офицеры, которые сражались в эти роковые годы, мы считаем, что мы вернули веру русскими у их оружия. Большинство сербского народа, оно ощущает русские как братья. Для нас Украина, Белоруссия и Россия – это один народ. Мы не различим это все славянские народы, как президент Путин сказал, три единые народы. Но там власть взял нацизм. И мы сегодня видим, что случается там, что творится. Это последний момент был, когда президент Путин принял решение. Я думаю, что другого выхода не было. Победа будет за нами. Наше дело святое, праведное и справедливое.